Так, ученый здесь. Офигеть! Слушай, это вообще круто выглядит. Офигеть, смотри, что с ним? Очки, ну-ка. У всех очки. Блин, это вообще круто. Это они прикольно придумали. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть в туалет-лабораторию. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик. А также залетай в Телеграм. В общем, ребята, вроде как игрушка вышла из беты. У меня, правда, я и пока что еще не обновлял. Но, ребят, ссылочка будет в Телеграме. Так что залетай туда, ссылка там будет закреплена. Так что, бро, жду тебя там. В общем, мы с тобой продолжаем. И, естественно, братишки, мы сейчас что-нибудь купим, а именно черепа. Да, вот интересно, интересно будет за него покатать. Также еще глич у нас есть. Черепа мы покупаем, да. И возьмем что-нибудь, наверное, новенькое, что-нибудь такое. А давай, наверное, броню. Броню. Крутые очки. Погоди, как это будет выглядеть? Давай приобрести. Да, хочу, хочу. Ну-ка посмотрим, посмотрим, как это будет выглядеть. Играть. Отлично, ребята. Так, ученый здесь. Офигеть! Слушай, это вообще круто выглядит. Так, пока что, наверное, ну, наверное, чуть-чуть стоит прокачать. Нам главное, чтобы еще денежек хватило. Глич, пока пусть такой будет. Пока что будет такой. Мы циркулярную пилу активируем, ребята. Найс. Отлично. А, так можно, погоди, один из четырех, то есть теперь можно несколько, интересно. Это надо будет проверить. Крутые очки оборудовать. Ну-ка. Блин, жалко, на него... А, это было бы очень прикольно. На Джимена, наверное, можно будет эти очки надеть, либо на обычного скибидиста. Мы проверим, ребята. Ладно, пока что так. Ай, жалко, это было бы вообще прикольно. Такс, ну что, дорогой, погнали. Все, быстренько, быстренько разматываем, ребят. Блин, как они быстро так обновление сделали, ребята. Прикинь, уже игра вышла, это вообще найс. Вот бы обновление тоже так быстро, раз в неделю хотя бы выходили, вообще было бы супер. Такс, ну этих мы на изи просто проходим. Короче, мне интересна способность. Давай. А, она почему-то не работает, ребята. Я не знаю почему, она в общем не работает. Не, возможно, в полной версии уже она работает. Но пока не... Блин, нельзя, к сожалению. Вот это жалко. Это жалко, ребят. Но пофиксят. Я думаю, быстренько пофиксят, ребята. Так, идем дальше. Идем, продвигаемся, ребятки. Не, ну как он выглядит вообще супер, а? Посмотри, на него прячется как. Спокойно, братишка. Идем дальше. Ничего, мы и пилой там пройдем. Надеюсь. Надеюсь, ребята, если что, там спрячемся. Вперед. Все, быстренько, быстренько это проходим. Отлетают. Так, следующий у нас камерамен Титан. Блин, ему надо новеньких каких-нибудь добавить по любасу. Так, все, уклоняемся, уклоняемся. Хотя тут ХП, если что, кстати, ребят, восстановится. Ничего, 851. Вот смотрим, насколько восстановится в следующем раунде. Так. Это туалетик ходит? Блин, надо послушать, ребята, надо прислушаться. О, нормально восстановилось. Это этот бежит или туалет? Погоди. Это что там, ножки что ли? Слышишь это? Да, это они бегут. Тут беззвучный туалетик. Так, спокойно уворачиваемся, братиш. Не, нормально, нормально. Косарь 300, хп. Ну, конечно, надо прокачивать. Это понятное, друзья, дело, но... Спокойно, спокойненько, давай. Погнали дальше. Так, вот тут надо будет поосторожнее, ребят. Тихо, камерамен, погоди. Так, их щелкаем, как орешки. ТВ-мен, ТВ-мен. Спокойно. Все, давай, давай, давай. Но он долго замахивается. Ух, ух, вот эта жесть была, кстати. Менюшка.
Так, ну теперь, друзья, давайте глич, покупаем его. У нас 11 косарей. Из оружки, что мы можем себе позволить? Вообще, хорошо бы, конечно, скибиди-клешню, да, купить. Хотя, так, катана была, пушка Джимена, кстати, 8000. Обычная пушечка, катана, скибиди-луч. Так, ну ладно, ладно, хотя бы так, мы сейчас заработаем, если что. Так, играть, давай, погнали, сейчас очки нацепим. Офигеть, смотри, что с ним? Выглядит круто, кстати. Так, глич, давай. Он же глич, давай, бро. Так, покрасили его. Циркулярку. Отлично. Очки, пожалуйста, пожалуйста, пусть они будут на нем. Хорош, хорош, смотри, какой. Блин, это очень круто выглядит. Так, все, готов, готов, братишка. Давай, let's go. Так, применяем способность. Это имба. Это имба, реально. Ничего себе. Наматывает круги. Что интересно у Джимена будет. Так, 73-я волна. Нормально, продвигаемся. Такой еще звук. Пам-пам-пам-пам-пам. Интересно, когда он в ульте? Могут его? Блин, похоже, могут. Или я поздно нажал? Все. Вообще. Отлично. Да, хп уменьшаются, друзья. Даже если ульту мы прожимаем, к сожалению, урон наносят они. Надо быть аккуратным. Да, видишь, 799 уже. Так, следующий спикер у нас на очереди. Было бы прикольно, если бы еще астротуалетов добавили. Это вообще пушка. Чтобы за них можно было бы играть. И против них, представляешь? Оу. Оу. Ой, маленький баг нашел. Ребята, ты смотри. Смотри, где он. Вот это, кстати, забавно получилось. Офигеть, я не ожидал этого. Вот такой вот баг. Забавно. Нормально, пофиксят, ребятки, пофиксят. Вот он, туалетик. Так, а он... Бро, нам дальше надо проходить. Нет! Я сломал игру. Блин, я сломал. Давай что-нибудь такое купим. Скибиди-луч. Да, хочу скибиди-луч, ребята. Покупаем скибиди-луч, ребят. Все отлично. Играть. Давай, погнали. Очки сейчас нацепим, все дела. Так, тут пойдет пока что. Капсул можно две применить, если что, ребятки. Нормально, вот. А, два оружия. Смотри, оборудовать. Хотя тут написано уже 4. Да, они совмещаются, найс. Очки. Надо будет потом обязательно проверить, поглядеть. Такс, найс. Да, смотри, у нас, опс. Братишка, погоди. Так, пилу он кидает. Способность применяем. Мы выиграли. А, вот он луч, найс. Но, к сожалению, я думаю, у каждого... Блин, будет собственная перезарядка? Нет. То есть даже если 4 нацепить оружки, да, перезарядочка будет. Интересно. Так, дружище стоит. Найс. Все, не будем баговать. Трямс. Ну, это пока изи. Давай, мы должны за гличару пройти.
Не, это было бы забавно, если бы потом боссы чисто были бы еще астротуалеты. Красный астротуалет, блин. Так, тут мы тоже выиграли с тобой. Найс! Успели? Так, TV-Man Титан. Все, откисает! Так, тут уже не так сильно, да. Остаются у них хпшечки, это надо прокачивать. Это надо будет, ребят, прокачивать обязательно. Все, идем дальше. Ну-ка, сразу применяем. Ну, кстати, нормально работает. Так, хорошо. Он движется. Он не застревает. Пам-пам-пам. Кстати, еще вот так вот можно делать. И так нельзя делать. То есть, смотри, если мы юзаем способность и еще атакуем, да, то же самый баг. Блин, офигеть. В общем, друзья, баг, оказывается, связан именно с гличом. То есть, ну, я думаю, тут все пофиксит, потому что я все равно на бетке катаю, ребят. Там разработчики все сделают нормально. Вот. И он именно на той карте не проходит. То есть, даже если не юзать способность, он все равно не хочет проходить. Так, ну что, череп, давай за тебя тогда. Хотя, нет, давай вот за этого, да. Давай. А интересно будет, если мы сейчас очки применим, только одному применится или всем сразу? Проверим. Мы сейчас это проверим, друзья. Ну-ка. Так, глич использовать, ребятки. Хорош. Так. Скибиди луч. Пусть будет. Он у нас посильнее. Очки, ну-ка. Офигеть, у всех очки! Блин, это вообще круто. Это они прикольно придумали. Вообще кайфово. Так, ладно, давай попробуем за него, в общем, пройти. Он у нас вообще не баговался. Так, следующий. Давай, погнали. Ну-ка, давайте, крутыши. Бам-бам-бам. Все, найс. Косарик, нормально. Живем. Куды ты? Так, спикер Титан. Юзаем ульту. Ничего, друзья, в следующей серии я вам покажу нормально ульту у черепа. У токсичного этого туалета. Три косаря. А почему четыре головы? Вроде как 4000 должно быть. Раз, два, три. Мы сейчас проверим точно. Может, как-то там не видно. Так, дальше. Сейчас будет у какого-нибудь Титана больше 3000. И мы с тобой заценим это. Точно проверим. Так, камерамен Титан. Вот, три косаря, ребят. Да, урон 3000. То есть у нас нормальный урон 1000. Но так как тут... Ну ладно, пойдет, все равно. 716 хп. Главное, чтобы мы то место прошли. Надеюсь, сейчас пройдем. Так, уже 633. Там именно баг был. А может, это как-то из-за очков или из-за вот этого луча. Вот это точно я не знаю, ребят. Мы сейчас проверим все. Бам-бам-бам. Да, тут нормально, ребят, проходит. Вообще спокойно, изи. 550 хп. Блин, они уже такие сильные становятся. 550 хп, это, конечно, не кайф. Так, вот сейчас уклоняемся, ребята. Бам-бам-бам. Вот тут надо быть осторожным сейчас, ребят. 5000 косарей. Найс! Все, ребят. Отлично, отлично. Мы это с тобой сделали.
В общем, в следующем ролике мы еще раз проверим токсичного туалета. 100%, мне кажется, его пофиксят. Плюс еще, друзья, за Джимена, наверное, скатаем. Да, пора, мне кажется. Ссылочка, если что, в телеграм-канале. Там будет закреплено все. Вот. Так что переходите в описании. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.